Цель проверки – посмотреть, как работают полицейские и оценить уровень их готовности к курортному сезону. Члены общественного совета при управлении на транспорте пообщались с пассажирами, выяснили, что они с пониманием относятся к процедуре досмотра, ведь от этого зависит их безопасность. Также проверяющие осмотрели дежурные части и проинспектировали условия работы самих полицейских. По итогам проверки члены общественного совета и ветераны отметили высокий уровень готовности Сочинского линейного управления на транспорте к обеспечению безопасности в период предстоящего курортного сезона.